стандарты зарядки, какой ток он может получить. Ну, а самое простое, это сколько он сможет проехать, зарядившись на той или иной заправке. Здесь показаны, какие электромобили могут зарядиться от нашей станции. Это практически, не практически, это все существующие на сегодня электромобили. Вопрос только, какой мощностью они могут зарядиться и за какое время зарядится полный бак. Значит, наша зарядка как раз средняя, это полускоростная. Она общается с машиной. Вот есть отдельный протокол, по которому заправка общается, станция общается с машиной, узнает, какой вид аккумулятора, каким током надо зарядить. В общем, это такой безопасный режим и для машины, и для заправки.